Всем привет! Я Богдан, а это Ивана. Сейчас мы будем делать тему залика. Я буду делать бабайку. Я буду делать амугаса. Как это здесь? Еще ищи себе бивать чайчику. Чайчик получился, я не знаю. Чайчик, конечно, но получился. Вот так. И снимай. Ай! И вот что получилось. Ой, горячий. Теперь я делаю полтавную пушку. Вы, наверное, знаете, что это за пушка, где стоит Полтава, и я ее делаю. Делаем брелочек. Ай, горячая такая. Я взял мугасика ладужную, болтальную пушку и пушка, которая как может двигать вещи. И до болтальной пушки оранжевый болтал, синий болтал. А до этой пушки луч, который может брать вещи. Класс. А Иван, ты что сделал? Это изменился крипер из Майка. Это бабайка, это шайчик, как вы понимаете, это собачка, это пистолет, который стоящий ладуком, и еще. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока!